Проверкой того, чем и как лечат, занимался на неделе премьер Медведев. Он приехал в центр Бакулева, поговорил с врачами, посмотрел, что у них под рукой в операционных, и был крайне удручен тем, что большинство расходных материалов, импортные, свои, качественные, так и не появились. Поэтому на совещании с членами правительства премьер посетовал. Деньги отправлены, а улучшения не добились. И оказалось, что все производится, и хирург Бакерия даже уверяет, что по качеству не уступает, но по каким-то бюрократическим причинам не попадает ни на прилавки, ни в операционные. Фармацевтическая промышленность увеличила за год свои объемы производства почти в два раза, но врачи продолжают рекомендовать импортные препараты, которые зачастую в разы дороже отечественных и по качеству не отличаются. При этом премьер подчеркнул, нужно мотивировать врачей выбирать отечественные при условии, что препараты и материалы будут качественными и действенными. Главным достоинством тех препаратов, которые появляются в рамках импортозамещения, должно быть не только то, что они российские, что само по себе, конечно, неплохо, но главным должно быть другое. Они должны быть эффективны, они должны быть безопасны, они должны быть качественны и, конечно, они должны быть доступны по стоимости.